Ну что, дорогая моя, переступили рубеж 95 лет, через 5 лет 100 лет. Готова к выполнению пятилетки? Ой, конечно, готова. Рада я дожить до 100 лет. И что Бог даст, значит, может и больше. Подумаешь, 5 годиков прожить, это ничего не значит. Что тебе наш уважаемый президент Владимир Владимирович Путин подарил на юбилей? Как ее назвать, я не знаю. Подарил он мне часы. Такие красивые. Так радостно. Так радостно. Ну, покажи нам свои часы. Вот, смотрите, какие золотые, хорошие, красивые часы. Это память на долгую. И придется 100 лет жить. Хочешь, не хочешь, но хочется, конечно, прожить. Да, часы. Нормально, чтобы было все. Часы красивые. Да, мало кому удается дожить до такого возраста, 95 лет. Ветеран войны, труженик тыла, ветеран труда. Всю войну в Москве.